До нашої студії сьогодні завітав експерт Офісу Уповноваженого президента України з прав дитини Павло Шульга. Вітаємо вас. Доброго ранку. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку форму допомоги дитині без батьків, як наставництво. Що ж це за форма така? Да, наставництво – це прекрасна можливість сьогодні допомогти більше 100 тисячам дітей, які знаходяться в інтернатних учреждениях. Помочь им в их жизни, так как они находятся в сложных жизненных обстоятельствах. На самом деле в Европе и за рубежом, во многих странах, интернатные учреждения являются местом несвободы для детей-сирот. И в нашей стране более 105 тысяч детей, и только 6 из них, в среднем 6 тысяч детей, могут быть вваштованы в семейные формы альтернативные. То есть остальные дети остаются в интернатных учреждениях по одной причине, потому что у них есть родители, поэтому они не могут быть в семейных формах. И поэтому на сегодняшний день есть такая форма, как наставничество, есть закон, положение, методология, все для этого уже есть. Взрослый человек может стать другом для ребенка в интернатном учреждении. Мы привыкли больше к такой форме, как посещение детей в интернатных учреждениях. Волонтеры и многие другие добрые люди приносят туда подарки, одежду и многое другое. Им за это огромное спасибо. Но на сегодняшний день мы говорим о том, что ребенок нуждается в любви, в поддержке, в постоянном пребывании взрослого значащего человека в его жизни, потому что именно это помогает ему в дальнейшей его жизни социализироваться, есть такое слово сегодня. То есть, другими словами, все то, что мы с вами, вырастая в биологических семьях, имеем, видя модель семьи, поддержку родителей, ребенок получать этого не имеет возможности, потому что там он живет в такой вот в коммуне. И старая система, система Советского Союза, это система, когда еще господин Хрущев в свое время сказал, что вскоре наши дети будут все счастливы, потому что будут воспитываться в интернатах. На самом деле дети, переживающие, живущие там, переживают особую травму, потому что, ну, в конце концов, свыше нам предназначено, так бы мы были сотворены Богом, что мы должны расти в семьях. У нас должен быть папа, у нас должна быть мама, мы должны видеть модель семьи, прежде всего переживать отцовскую материнскую любовь. Именно она формирует в нас вот личностей достойных, которые готовы совершать великие дела и становиться достойными членами общества. Про важливість наставництва я пропоную зараз переглянути у наступному відеоролику. Я хочу стати справжнім чоловіком. Я навіть намагався стати кимось. Та чи є зміст у цьому всьому, якщо я наодинці зі своїми проблемами, і мені не вирішити їх самотужки? Без тебе мені ніяк не справитись. Мені потрібна твоя підтримка. Я хочу, щоб ти вірив в мене, щоб ти був поряд, навіть коли весь світ відвернеться. Допоміг зробити крок в моє майбутнє і був зі мною. Будь зі мною, мій наставник. Так, дійсно, у цьому коротенькому відеосюжеті ми змогли переглянути, наскільки важливо для дитини мати наставника, друга, який допоможе обрати правильне рішення, навчити якимось навичкам, щоб дитина не шукала цього у поганих компаніях. Чому взагалі ось ця система, ця форма наставництва зараз набуває такої популярності і навіть бере верх над сімейно-опікунською формою? Да, я скажу, что на самом деле не то чтобы бере верх, я уже говорил о том, о статистике, да, о том, что на самом деле не все дети законно могут быть в семейных формах альтернативных, вот, потому что у них есть родители, при живых родителях они находятся в институциях. Наставничество существует уже более 8 лет, впроваджувала її, є така громадська організація «Одна надія». Волонтери
тогда общественные организации «Одна надея» начали заниматься наставничеством, смотрели, как лучше, что лучше, то есть разрабатывали это. Вот. И на сегодняшний день это переросло в то, что я говорил, уже есть и на законодательном уровне, и положение, и методология. Поэтому на сегодняшний день оно действительно набирает обороты, наставничество. Мы очень радуемся этому, потому что уже несколько регионов Украины обучили тренеров, фрилансеров, психологов. Недавно было обучение специалистов в интернатных учреждениях по подготовке ребенка к формированию пары. Вот наставник, ребенок. Поэтому это очень серьезный, очень продуманный, проработанный процесс. И за 8 лет пилота самое главное, что произошло, увидели, что есть очень позитивный, хороший результат. То есть дети, у которых был наставник, наставник, как правило, выходя из интернатного учреждения, не шли по преступному пути, а выбирали себе место обучения, видя жизнь этого взрослого человека, который находился рядом, слушая его советы, эти дети выбирали путь нормальной человеческой жизни, без сексуального рабства, без преступности, как я уже сказал, и так далее. У Миколаєві дана форма вже працює? Чи тільки набирає оборотів? Ну, на сьогоднішній день ми в процесі. Це дуже здорово. Пройшло обучення. Є утверджене Міністерство соціальної політики обучення. Воно 4-дневне. З утра з 8 до з 9 до 6 часов, до 18.00 проходить. Кожен день 4 дня подряд обучення. Обучається група з 12 кандидатів наставники. І на сьогоднішній день з обласним центром соціальних служб справа сім'ї, дітей та молоді ми провели совместно вот такое обучение. У нас есть 12 кандидатов еще пока. Сейчас мы ожидаем выставки, после которых будут формироваться пары, будет взаимоподбор производиться и заключаться трехсторонний договор между наставником, центром социальных служб справа семьи, детей и молоді, представителем и самим учреждением. Розуміло, що обрати на себе роль наставника – це дуже серйозний шаг, це має бути дуже зважений шаг. Але які ж основні обов'язки та функції, щоб наші телеглядачі миколаївці зараз змогли зрозуміти, що від них необхідно буде, і навіть які обов'язки будуть на них покладатися? Спасибо за вопрос. Я хотів би, прежде всего, пригласити всіх телезрителей, тому, щоб узнати, що таке наставництво. Ми проводимо інформаційні зустрічі з Центром соціальних служб права сім'ї, дітей та молоді. Можна обратитися туди. У нас прекрасні в Миколаєві спеціалісти, які зможуть подсказать, помочь. Это деездатна повнолітня особа, перш за все. Вот подробно, что от этого человека ожидается, можно узнать в центре у специалиста. Я не буду сейчас эфирное время тратить, но что самое главное, это желание прежде всего не заместить какие-то свои потребности взрослого, а желание понять и услышать, что на первом месте все-таки ребенок. Вот та реформа деінституціалізації, яка проходить сьогодні в государстві, вона направлена на те, що гроші за дитиною, дитина в центрі уваги. І це дуже важливо, тому що якраз каждому из них там в институциях не хватало этого момента. Общность, вместе идут в столовую, там еще что-то. Я не говорю, что в всех учреждениях. Сегодня многие говорят, там закрываются интернаты или еще что-то. Нет, это трансформация. Сегодня мы говорим об услугах. И вот наставничество – это вот как раз важная услуга для ребенка. И каждый, кто пожелает, может узнать об этом более подробно. Я скажу одно. Нужно желание помочь ребенку. Стать ему вот этим другом, не спонсором. Речь не идет о подарках, речь не идет о деньгах или еще о чем-то. Стать другом, стать человеком, который, взяв это, не бросит через несколько месяцев. Там по положению всего лишь 4 раза в месяц. Не менее 4 раз в месяц, не менее договор заключается, чем на 1 год. Но специалисты, центр социальных служб, на сегодняшний день громадская организация «Світанок мрі», мы активно участвуем и создали эту организацию для помощи детям в интернатных учреждениях и семейным формам, чтобы они были в семейных формах, в семьях, кто имеет возможность по статусу такой. Поэтому очень важно сегодня понимать, что поддержат, помогут, расскажут, научат. Сегодня есть создан весь процесс. Человеку нужно только вот, скажем так, принять решение, что он желает помогать,
желает помогать и помогать серьезно, ответственно. Вот все остальное уже есть. Ось ця співпраця створення команди між дитиною та наставником, як вона відбувається, у якій формі? Наставник тільки спілкується з дитиною у дитячому будинку, у інтернаті, чи можливо є можливість вийти за його межами, взяти дитину на вихідні до себе додому? Да, на самом деле, почему я сказал, что все предусмотрено, действительно, для ребенка в наставничестве очень много уже подготовлено. И вот то, о чем вы спрашиваете, имеет место. Вначале взрослый человек знакомится, контакт устанавливается со специалистами с помощью специалистов и заклада, и Центра социальной службы справа семьи, детей и молоди. Поэтому на первом этапе они знакомятся, они устанавливают этот контакт, скажем так, дружат, сдруживаются, присматриваются. И вот из опыта одной Надии, то, что мы сегодня видим, что рассказывают уже пары, те люди, которые уже не первого ребенка. Вот, очень приятно было услышать, как наставником стал для такого ребенка, вот недавно я выступал в Вознесенске, собирались мы, и мэр Луков также оказалось, мы приятно были удивлены, однажды стал наставником, не имея ни положений, ни законов, просто вот стал другом для такого ребенка, и на сегодняшний день этот парень, насколько я знаю, он военный, он гордость нашей страны, скажем так, да, поэтому... Есть позитивный опыт, и вот ну, важно это то, что ребенок, привыкая, или, скажем так, познакомившись, все равно происходит привыкание. Многие говорят, ну как же по-другому. Вот, но уже обученный наставник знает, что он не папа и не мама для этого ребенка. Он поддержка. И, возможно, на каком-то этапе этот ребенок будет помещен, или, скажем так, примет его семья, и он будет в семье, если произойдет там статус, набывается и так далее. Разные есть ситуации. Но самое главное это то, что со временем наставник имеет право написать заявление, обратиться в учреждение и брать ребенка там, на выходные, на праздники, общаться, бывать в зоопарке, в кино и так далее и тому подобное. То есть, вот, знаете, может быть, покажется смешным, но многие из этих детей не знают даже элементарных вещей, как себе, вести себя в обществе. И бывая с этим взрослым наставником в обществе, просто передвигаясь по городу, выполняя какие-то социальные элементы, там, приобретение того же там, хлеба, мороженого, посещая учреждение, он видит, как это делается, что это. И самое главное, увидит, что жить в этом мире не обязательно через преступные пути, что можно выживать в этом мире нормально, будучи уважаемым, будучи принимаемым в этом обществе, и не чувствовать себя униженным, не чувствовать себя просто частью толпы, как это часто в институциях внутри, хотя не желают сегодня многие прислушаться, но я еще раз, я украинскую наголошую на том, что ребенок не может быть всю жизнь частью какого-то вот общества. К сожалению, воспитателей недостаточно. Один на 30, на 20 человек, да даже если на 10 человек воспитатель, он не может уделить каждому вот это личное внимание. Мы переживаем его в семье. И нам часто это взрослым непонятно. И возможно, телезрители скажут, как и все остальные, что да там заботятся о них. Я был в интернате, там все красиво, там у них велосипеды, роликовые коньки и так далее. Но ничто это не заменит вот этих личных взаимоотношений. И вот этот значащий взрослый, о котором я говорил, он очень важен для его психологического, физического, эмоционального, здорового развития. Это очень важно. Ви значили про те, що наставник має розуміти, що він не тато, не мама, він друг для дитини, який стає авторитетом, який навчає чомусь від себе гарним якостям. А ось наскільки дитина, чи можливо цьому допомагають психологи, має зрозуміти, що дійсно людина, яка приходить, допомагає, проявляє до тебе свою любов, ніжність, як дитині розмежувати, що це не батько, не мати, вона має залишитись для тебе ця людина другом. Ну, здесь очень важно то, что наставник или кандидат наставники на том этапе, он на тренинге обучается этому, он проходит там очень интересные на тренинге различные ситуации разыгрываются, такие вот ролевые, в которых наставники будущие узнают о том, как мыслит этот, хотя бы приближенно, знаете, понимают, как мыслит этот ребенок, чего он будет ожидать. И задача наставника изначально не поступать так, чтобы ребенок считал себя
вот, что это его мама или это его папа. В реальности, естественно, привыкают эти дети, естественно, эти дети желают, чтобы это, тем более, если родители, как правило, не посещают биологические родители этого ребенка в институции. Поэтому здесь очень многое зависит от наставника, от того обучения, которое будет проведено. И на сегодняшний день достойно обученные представители Громадской организации Світанок Мрії, есть тренеры и Центр социальных служб права семьи, дітей та молоді, специалисты. Поэтому вот то, что мы видим сегодня из опыта общественной организации «Одна надея», мы видим, что самое главное вот взрослому правильно это понять в процессе обучения и после действуя вот понимать, что можно нанести еще более глубокую травму, если наставник будет себя неправильно вести по отношению к ребенку. Но, опять же, из опыта тех людей, которые уже наставники не первый год, дети правильно это понимают, и когда они выпускаются из интерната учреждения или учатся дальше в учебных заведениях, вот в институтах, в техникумах, не обязательно там только лишь в училище, да, и только на маляра, штукатура, ведь не все хотят ими быть. Поэтому очень важно то, как будет это делать наставник, ну, а мы обучаем их этому. Залишається у нас всього одна хвилинка, і один немаловажливий момент, який варто зазначити вже наостанок. Наставником може стати тільки чоловік, тому що у сюжеті були хлопчик та чоловік. Що, можливо, у дівчат, у жінок також є можливість стати наставником. Так, звісно ж, як мужчини, так і жінки. Як парні, так і дівчатки можуть стати наставниками. І чаще всього ми так і на це зорієнтовані, на те, щоб це були однополові пари, хоча є і виключення. Дякуємо вам, що сьогодні розповіли нам про таку важливу інформацію, про те, що кожен миколаєвець, пройшовши спеціальну підготовку, може допомогти дитині стати дійсно повноцінним громадянином суспільства, допомогти не зійти на криву стежку, а навпаки додати якихось чеснот до поведінки, до характеру. Дякуємо, що впроваджуєте такі інновації у нашому місті, і я сподіваюся, що дійсно ця реформа, ця нова форма допомоги безпритульним дітям стане дійсно поширеною у нашому місті, у Миколаєві та області. І вам огромне спасибо.